Ванга назвала 5 знаков зодиака, которые разбогатеют до конца 2022 года. Этим представителям зодиакального круга до конца 2022 года благоволит финансовая удача. Кстати, друзья, вы можете узнать бесплатно свое будущее, для этого просто напишите мне слово «судьба» в Telegram. Советую, ведь это очень важно. А мы начинаем. Первый знак – рак. Раков ждет настоящая финансовая удача. Иногда они даже начнут ловить себя на мысли, что все их желания исполняются. До конца года все сделки и инвестиции принесут хорошую прибыль. Второй знак – телец. Тельцам уже скоро может поступить перспективное деловое предложение. Планы легко воплотятся в жизнь, а препятствия сами по себе пропадут. Чтобы все удачно получилось, ясновидящая рекомендует соблюдать дедлайны. Третий знак – скорпион. Скорпионы смогут поправить свое состояние за счет пассивного дохода. Сейчас для них наступает благоприятное время для инвестирования, а также для покупки недвижимости. Четвертый знак – Козерог. Финансовое благополучие козерогов поправится за счет сокращения расходов. Единственное, на что они значительно потратятся – подготовка и подарки к Новому году. В этом году представители знака как никогда захотят вложиться в этот праздник. И пятый знак. Им повезет больше всего, ведь они к этому очень долго шли. И они это заслужили. Их ждет невероятное богатство ближе к Новому году. И это близнец.